Иди кушай. Так, ребят, всем привет. Продолжаем работать на карте совхоз «Рассвет». Новый день, время 8:26 утра. Сейчас беру машину, нужно доехать на свинарник, почистить у них там воды, там накормить. Вот, и также сегодня жду. Должны будут привезти погрузчик. Я купил маленький погрузчик. Блин, вот. Фару разбил. Вот, должны привезти погрузчик. Нужно будет выгрузить его. Здесь будет находиться. Там, где вот у меня сейчас Нива стоит. Прямо тут я его буду ставить. Как раз им будет удобно здесь и навоз подкидывать. Под деревья, под фруктовые, да, вот яблони, груши. Ну и также лимоны грузить я им буду. Должны привезти. Вот, и также должны сегодня привезти экскаватор. Нам его нужно будет выгрузить. Там возле дома, помните, я говорил про то, что там планирую пруд сделать. Вот его сегодня должны тоже экскаватор... Да куда-то задрал-то. Привезти. Так, сколько у меня сейчас свиней-то? 76 уже, неплохо. Уже 76. 50 свиней я оставлял где-то. Ну, до 100 свиней нужно, как обычно, довести, потом можно будет продавать. Так, навозику. Навоз нужно тоже отсюда вывозить, по идее, потому что... Куда здесь его столько? А на полях он пригодится. Водички добавить обязательно. Так, давайте я еду домой. И надо ждать, сейчас должны подъехать. Будем ждать. А пруд я буду копать, ну вот здесь планирую. Вот в этом месте. Это уже расчистил лопаточкой тут, чтобы экскаваторщику было видно, где копать. Вот здесь. Так, ребята, он услышал, техника подъехала. Привезли, идем выгружать. Вот погрузчик привезли. И экскаватор. Так, ну давайте тогда сначала погрузчик выгрузим. Сразу нужно... Куда я этот взял-то? Сразу опробовать надо, да? Сюда его нужно, потому что тут нужно будет навозику закинуть. Давайте туда заедем, чтобы тут зевак поменьше было. На ровное место сразу туда, на площадочку.
Так, нужно, во-первых, чтобы не помешало это. Сейчас нужно будет вот эти борта поднять, чтобы они не мешали просто. Так, борта убираем сейчас. Оп, да, нормально. Пониже. Во. И нужно будет как раз потом навозик подбросить. И там тоже. Вот такой вот кейс. Так, вилы. Так, а вилы как раз будут прямо где-нибудь их здесь положить. Где-нибудь вот здесь вот сбоку, наверное. Я думаю, мешать они не будут. Вот, я их все время здесь буду держать, эти вилы. Так, а что здесь не хватает? Так, стоп, вода есть. А, навозу как раз нет, ну ладно. Навоз мы как раз подбросим. Сейчас нужно будет разгрузить технику, а потом уже все остальное будем заниматься делами. Так, теперь нужно вот этот вот экскаватор туда. Опускаем. Так, аккуратненько, аккуратненько. Оп. Так, все, пускай стоит. Так, а машину, наверное, чуть-чуть в стороночку нужно убрать, я так думаю, чтобы она тут не мешала, мало ли. Так, машину я убираю, потому что она здесь будет стоять.
Так, а погрузчик я, наверное, потом сюда загоню. Сейчас нужно будет как раз навозику подкинуть. Оп, давайте подкинем навозику. Все-таки крутой этот погрузчик. Прямо здорово так все получается. Так, ставлю я его в гараж, конечно, потому что ну, техника не дешевая, новенькая. А любопытных тут много ходит, поэтому надо подальше в гараж, под замочек. Все, пускай здесь стоит. Вот такая вот техника. Так, все, отлично, пускай стоит. Закрываем. А пруд будет копать экскаваторщик. А мне нужно трактора отправить на поляну, пускай сеют. Сейчас мужикам скажу, чтобы за мной ехали на поля. Ну вот, дам им задание. Так, ну где они там? Жду, жду. Никак не подъедут. Так, у меня все поля здесь вспаханы. Ну, вроде. И что он там стал? Что ему там мешает? Мужик, ты серьезно не можешь туда? Давай, пошел.
Второй тоже. Вот они тут носятся по каналам-то. Техника нихняя, не жалеют. Не им ее ремонтировать, да, складываться на ремонт-то. Так, машину нужно в стороночку, наверное, куда-нибудь убрать. Потому что они тут будут разворачиваться, помешает. Что он здесь не доделал, интересно. Второе поле уже засеивают. Да, что-то им здесь не понравилось. Надо будет потом самому пройти. Но пускай мужики работают. Не буду им мешать. Сейчас еду домой. Вроде как бы экскаваторщик уже там прут выкопал, пока я тут с мужиками на полях был. Поэтому едем, посмотрим. Примем работу. Так, я думаю, что я там еще песка накопал, что ли? Ничего себе, тот он дает. Так, ну что, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Да, тут немного он песка в сторону, что можно было, сгреб. Кстати, можно будет его продать. Тут немножечко есть, да, песочку. Землю нужно будет потом, ну, либо бульдозер пригнать и куда-нибудь в кювет ее туда сравнять, либо как
КАМАЗом вывезть эту землю. Вот, ну и песочек можно также будет продать. В принципе, нормально. Нормально получается. Нужно будет теперь его водой заполнить. Да и все. И карасей туда запустить. И бычков. Вот так вот получается такой вот пруд. Нормально. Так, ну что, ребят, на этом все. Вот такая была серия. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.